СМИ узнали о приглашении дочери Алсу на спецвыпуск «Голос». Дети предложения получили все 9 финалистов. Первый канал подтвердил отправку приглашения на участие в повторном финале вокального телевизионного проекта «Голос». Дети дочери певицы Алсу Микелео Абрамовой, пишет Федеральное агентство новостей. Фото кадры из видеоприглашения принять участие в специальном выпуске «Голос». Дети получили все 9 финалистов, приводит издание сообщения службы общественных связей Первого канала. Ранее некоторые СМИ писали о том, что Микела Абрамова не примет участие в специальном выпуске детского «Голоса» из-за поклонников шоу, которые полагают, что она не имеет морального права участвовать в нем. Напомним, в финале «Голос». Дети дочь певицы Алсу Микела Абрамова получила более 56% зрительских голосов и одержала победу в проекте. Спустя некоторое время служба общественных связей Первого канала сообщила, что планирует провести проверку итогов голосования из-за аномальных показателей. 16 мая компания Group IB, которая занималась расследованием, представила первые результаты проверки. Так выяснилось, что более 30 тысяч звонков и 8 тысяч смс-сообщений за Микелу Абрамову отправили боты. После этого телеканал аннулировал итоги шоу и принял решение провести повторный финал проекта. Читайте материал «Участие дочери Алсу в новом финале «Голос».